Еще в студенчестве он играл в КВН, потом в Екатеринбурге начал выступать в жанре стендап. Но довольно быстро вышел на всероссийский уровень. Челябинск – родной мне город по сердцу. Я, кстати, ну, земляк ваш, да, но в Челябинске, я не знаю, говорил я это или нет, в Челябинске был первый мой концерт вообще за деньги. Впервые в жизни я сюда приехал со своим материалом за деньги. Все шутки он берет из жизни, большинство из них посвящены отношениям между мужчиной и женщиной. И что называется, без цензуры. Мама Александра Незлобина, которая приехала на концерт в Челябинск, рассказала, что отлично воспринимает юмор сына. В семье и дома он очень скромный. От него даже вот, ну ничего, слова, можно сказать, не добьешься. А, ну, видимо, как искусство требует жертв, на сцене он делает все, что, ну, видимо, должно понравиться зрителю. И поэтому он там себе разрешает делать все. Летом этого года Александр Незлобин стал продюсером возрожденного шоу «Слава Богу, ты пришел». И преданные зрители на челябинском концерте смогли не только посмеяться вдоволь, но и выиграть уникальные призы от телеканала СТС «Челябинск». И Свердловск.